На ярмарке вакансий сегодня были представлены 23 работодателя. Это представители санаторно-курортной отрасли, учреждения сферы здравоохранения, агентства недвижимости, финансовой сферы. Они предлагали работу официантов, поваров, кондитеров, медиков, горничных, риэлторов, менеджеров, банковских специалистов. Всего порядка 100 вакансий. Всего же в банке Центра занятости населения сегодня более 5000 предложений. Кстати, с начала года сюда обратились более 3000 человек, из них более 2000 трудоустроены. Это 66,7% обратившихся. Центр занятости населения города Сочи приглашает безработных граждан принять участие в профессиональном обучении по востребованным вакансиям города Сочи. Это воспитатель, помощник воспитателя, кондитер, водитель категории «Д». Обучение бесплатное, во время обучения выплачивается стипендия. Будем рады видеть всех на обучении. Ну а 1 июня в Центре занятости пройдет еще одна ярмарка вакансий «Ты нужен Кубани». Приглашаются несовершеннолетние сочинцы, которые хотели бы поработать летом.